Бедная женщина из небольшой семьи была очень религиозной. И однажды, когда денег не хватало даже на то, чтобы накормить детей, она позвонила на радиостанцию и оставила там обращение к Богу о помощи. В то время как сотрудники радиостанции с пониманием отнеслись к верующей женщине, одного из слушателей ее слова задели. Он был убежденным атеистом и решил доставить себе удовольствие, поиздевавшись над незнакомкой. Мужчина узнал ее адрес, позвал секретаршу и поручил ей купить очень много продуктов. Девушка вернулась к нему с лучшим мясом, сырами, сладостями. Каково же было ее удивление, когда начальник дал следующее распоряжение – доставить продукты по адресу, и если женщина спросит, кто прислал ей еду, сказать, что это от дьявола. Когда секретарша вручила незнакомке продукты, та была настолько благодарна, что из ее глаз полились слезы. Она не переставала благодарить и благословлять девушку. Но когда женщина уже начала прощаться, секретарша спросила, «А вы не хотите узнать, кто прислал вам эти продукты?» На что женщина ответила, «Нет, это совершенно не важно, потому что когда Бог отдает приказ, даже дьявол подчиняется».